Полномочия водоканала с муниципального уровня перейдут на региональный. Соответствующий закон во вторник приняли депутаты областной думы. Акции предприятия или его имущества перейдут в ведение правительства региона с 1 января 2019 года бессрочно, но не менее чем на 5 лет. А вместе с ними и полномочия по организации водоснабжения и водоотведения в Иванове, включая разработку и финансирование инвестиционных программ. Предполагается, что это позволит организовать комплексное централизованное управление и госконтроль, дополнительно привлечь финансирование из федерального бюджета и внебюджетных фондов и обеспечить приток инвестиций в проекты водопроводно-канализационного хозяйства по всей области. Но прежде чем все эти блага начнут действовать, предстоит проделать немалую работу. Я вполне допускаю такое развитие событий, что этот закон, который мы сегодня приняли, будет корректироваться, потому что будет действительно связано и, как было раньше в первой редакции, иные полномочия. Вот каждое это полномочие связано с реализацией водоснабжения, водоотведения на территории города Иванова будет рассматриваться.